представляешь, она наклоняться совсем в другую сторону. То есть это только вот так вот и ездить. Короче, настоящее мучение, да? За идею надо страдать. За идею надо страдать. Голубой стопарь. Все нормально. Блин, это, конечно, страшно. Слушай, мне нравится эта идея с видео. Ты всегда можешь посмотреть, как это все происходит. Я езжу на мотоцикле за машиной. А? У меня есть видео, где я езжу на мотоцикле за машиной. Да?